Вот оно, новое озеро, которое мы нашли. Прикольно, тут вообще буквально метров 500 от нашего дома. Сынок сидит. Пришел, слушайте, два сомика принес. Я говорю, ну пойдем, я сейчас еще попробую. Сюда дошли. Я, правда, сразу две схватил, рыбешки такие неплохие. Одного карпика. Сейчас покажу. Одного голавчика. Ну, там карпик такой неплохой. Голавчик тоже такой. А Егорка сразу сломал удочку. К нему зацепился карп. Мы его даже не успели глянуть, как он выглядит. Но он был огромный. Не леску оборвал. Удочку сломал пополам. Блин, это капец. Там рыбина была. Я не сомневаюсь даже, на сколько килограмм это было. Сломал удочку. Ловим на кукурузу. Сейчас вечер. Сколько? Часов 7 вечера, да? 6. Блин, ну прикольно. Вот так вот в лесу. Вот там вот за горкой где-то наш дом. Вот я думаю, может оттуда как-то попробовать пройти. Через пятачок можно, пацаны ходили. Через пятачок? Вот, или на лодке выйти на серединку. Вот это единственное место, где можно подойти к берегу. Все остальное заросшее, и туда прохода нет. На лодке может выйти. Классно. Что там, клюет? Прямо здесь под ногами из сомиков достал. И карпик этот, который оборвал, две удочки сломал. Опять пришли на озеро. И я вытянул такого сомика. Приложи к ладошке. Ну, по локоть. Сыночек прибежал с рыбалки с такими глазами. Всего две рыбки поймал, но просто это я вообще перво... Это сом. Да. Сом! Еще и живой. Жалко его. Блин, они же такие огромные растут. Жалко. Кого тебе жалко, блин? Ты все жалко. Блин, сомы. Ой, все, братья, помогли. Вот такой у нас еще рыбак. Еще карпика вот такого вытягивал, но не получилось. Блин, что будем с сомиками делать? А что с ними можно делать? Кушать? Это точно сом? Усатый. Усатый? Около берега поймался. Блин, а... Мы еще мелких сомов наловили. Давай в бочку их запустим. Не надо, там жир. Нет, она чистая сейчас. Ну вот, подожди, туда воды надо налить. Сынок. Нету. Нету. Блин, вот это ты нас озадачил. Стой, подожди, давай бочку подвинем сюда. Мама, ну снимай. Смотри, я в трусах. Ну что снимай вот так. Вот такие монстрики Егорка наловил. Все, убирай. Аж жалко, да. И что ты с ними будешь делать, Юрий? Расскажи нам все эту историю. Разберем? Пойдем туда. Это моя первая рыба, которая выкинула. А кто завтра обещал мамочке помочь на работе? Мне же не с утра. Я завтра с вами иду. Все, собираемся. Опять попался этот карп. Сынок молодец, конечно, не дернул, аккуратно его вел. Но он теперь оборвал нам леску. Блин, я не знаю, что делать. Удочку сломал. На другую удочке леску оборвал.
Блин, мне аж интересно, что там за рыба такая сидит, а? Сейчас поедем готовить удочки на завтра. Леску помощнее надо поставить, крючки побольше. И я так думаю, не удочку надо, а что-нибудь такое. Держак от лопаты, блин. Ну тут же под берег кидаем, да? И леска у меня есть хорошая. И крючки есть хорошие. Мы его поймаем. Мы его завтра поймаем. Завтра прям на туре. С каким другом? Завтра возьмем лопату. Вот такую, сынок, сходил на рыбалку, нашли какое-то новое озеро. Поймал вот такого головчика. Немаленького. Сейчас мы его присолим. Вот рыбку пожарили, которую Егорка поймал. Прям такие хорошенькие. Три сковородки получилось. Схватил удочку и опять побежал на рыбалку. Посмотрим, что принесет вечерком. Вот мы в районе морвокзала. Люди вон лежат, балдеют. Вон там много людей под пальмами. Че, пойдемте. Пойдемте куда? Почетные жители города Сочи. Так, почетные жители, становитесь. Администрация города Сочи. Фонтан почему-то не включен. Вот они, наши все музей спортивной славы. Это университет сочинский. Это Егорка сочинский, лойский. Это Арбековский. Родился в Сочи, да, не в Лазаревке. А, ну вот да. В том-то ж есть еще и Лазаревки. Каждый год эти штучки меняют. Какие? Ну, видишь, это 10 лет. А, 10 лет после Олимпиады. Каждый год. В прошлом году было 9 лет после Олимпиады. Сколько Олимпиада была, уже 10 лет прошло. Ну да. Зашли в Макдональдс, уже, вернее, это не Макдональдс, а вкусная точка. Народу не протолкнуться. Сынок стоит в очереди. Чем? Ждем. Сынок. Ждем. Ждем еще? И мы ждем. Ну, получили первый заказ. Идем наверх. Поднимаемся наверх, на балконы. И здесь фонтан отключен. Не всегда. Как-то странно. Вот она, наша вкусная точка. На второй этаж, на балконы поднимаемся. Где-нибудь. Вот здесь два. Вот это теперь такая эмблемка у нас. Был Макдональдс, стала вкусная точка. Пальмочки, вид у нас тут классный. Аня стоит еще за следующим заказом.
Вот второй заказик пришел. О, как я пить хотел. Сейчас снимает или нет? Сейчас. Город Сочи, вокзал. Гуляем, празднуем день рождения. Всех. Всех. И папе, и маме. Погода сегодня хорошая. С утра дождик прошел, да? Она знает давно за тебя. За тебя. В поворотах судьбы свои крылья расправит, любя. Я со взгляда ожил, от улыбки хотелось летать. Сладкий яд я испил, разве лучше могу я желать? Мои мысли летят, а душа перестала томиться. И в дурмане страстей моих венах чего-то творится. Эта кровь закипает, а в сердце пылает и рвется. Это чувство, конечно, красиво, любовью за.